последний улит, который пробивали, вы еще чувствовали в этот момент? Вы понимали, что уверены в себе были, или это как происходит? Не, ну можно было от Кутейкина поймать, и уже тогда бы все остановилось. Конечно, хотелось сегодня победить, больше в психологическом плане. Это, ну, московское дерби, тут не о чем говорить. Нам с ними впереди играть плей-офф, и то есть сегодняшняя победа больше важна, наверное, в психологическом плане. Спартак забил, нарушив численный состав. Вы это видели? Или когда этот эпизод был, вы не понимали, что ну, не, нет, конечно, я, все внимание было на шайбу. Ко мне игрок выходит 1-0, моя задача продолжить овертайм, да, там, возможно, булит, и мне, конечно, не видел. Ну, пересматривали этот эпизод или нет? Я только раздевал кубик. Ну, там никак На кубе не было. А в связи с тем, что у Резинова был день рождения, был, есть, как-то в связи с этим команда собиралась, ну, как-то настраивалась способнее, там, может быть, он задевал, приходил или что-то такое? Нет, он не заходил, может быть, еще зайдет, но в первую очередь хотелось, да, конечно, ему сделать подарок. У него недавно был юбилей 80 лет, поэтому сказать ему спасибо то, что он делает, за все то, что он делает для российского хоккея, и здоровья, конечно, и долгих лет жизни. Очень такой вопрос для другого сюжета у нас. Дело в том, что в Приморье появилась команда бабушек и капитану 80 лет. Вот они так играют. У вас какие эмоции вообще? Тут им по 80 лет бабушка. Только уважение, то, что в таком возрасте они не останавливаются, да, что-то пробуют новое, развиваются, ну молодцы. Вы себя 80 лет представляете в ворота? Нам бы дожить им до 80 лет, поэтому не будем загадывать.